Привет, народ! Сегодня видео о том, как соединить многопроволочный провод. Вот у нас два провода, и их необходимо между собой соединить. Делаем вот так. И начинаем. Так, вот у нас получилось такое вот соединение. Не разрывается, все довольно-таки крепко. Одно из крепких соединений вот это. Но хочу сразу предупредить, у вас должно быть не менее, ну где-то около 5 сантиметров провода должны быть зачищены, чтобы если у вас будет короткое соединение, то они, скорее всего, разойдутся, растянет. Но то тоже с большим усилием. Вот эти я не могу разорвать провода, так сказать, это соединение. То, что у меня 5 сантиметров было, зачищенные провода. Все, всем пока, до встречи на канале.